Прибавляем. Чуть отпыляем. Такой будет пейзаж. Пейзаж прекраснейший из Готики 2. Но нету мелков у меня. Смотри, vk.com outsider art. vk.com/outsider art. I'm Александр Алёнин. I'm painter. I'm drawing landscape from the Gothic 2. Сначала нужно по опыту с темным начать, но у меня нету времени, мне нужно быстро, а мелков нету. Сейчас прошу Яна мелки мне делать. Короче, моя мама ставит мне препятствия в рисовании, она взяла втихаря, отнесла мои нормальные мелки куда-то. Да. Короче, я буду рисовать теми, которые мне попадутся здесь. А попадутся мне здесь хрен знает что. Хрен знает что попадется мне здесь. Здесь дерево. Здесь камень, здесь дерево, здесь мало мелков нормальных, даже белого, наверное, а нет, белый вроде есть. Где газету? Где газета? Стили. Yes. Со всякими ублюдками. Рожи ублюдков там не будет на газете. Ну, то есть добрых людей. Ну, то есть хороших. Беру свои слова насчет ублюдков. Нормальные там люди. Чиновники, работяги. Не то, что я паразит, не это существо. Времени у меня мало, крайне мало. Темнеет. Надо быстро. Надо быстро нарисовать пейзаж. Быстро. Постараюсь быстренько успеть. Как же это сделать? Я не знаю. I don't know. Как быстро нарисовать пейзаж из Готики. Тем более здесь темно. Мелки. Хрен пойми чё. Они мелки. Зеленого цвета нормального нет. Ладно, возьму какие есть зеленый цвет.
будет три оттенка зеленого цвета. Такой. И вот такой. Самый стрёмный. Детали тут не удастся прорисовать, потому что нету времени. Дорогу быстренько нарисую. Здесь, короче, поле такое. Интересно, человек, хоть бы нейролептиков прислал, чтобы я не оказался в тюрьме. Интересный человек. Я становлюсь более злым. Вы это замечаете. Я вас отталкиваю, простите. Так, теперь стога сена. Но это детали. Стогов сена здесь дофига. Сена. Ну, точнее, они запакованы мощно. Темного цвета нету здесь. Отлично. Просто супер пейзаж выйдет. Просто суперский. Чем мне темный цвет, то есть, заменить? Нету темного цвета у меня. Может это? Это фиолетовый. Капец. О, вот насыщенный синий. Более насыщенный, чем обычный. Сено нужно чем-то хотя бы фиолетовым, что ли, обозначить. Почему стога сена фиолетовый? Потому что нету у меня материала с собой. Мама взяла, унесла мои мелки, чтобы я не рисовал им. Спасибо. Все отлично. Мама помогает мне. Это нормально. Ладно, хватит стога сена. Теперь деревце. Теперь я здесь прорисую деревце. Сначала Стоунхендж. А, сначала тут нужно нарисовать эти белым мелком. Ростки на поле. Получается хреновенько.
Я уже не вижу даже цвета, потому что все так. Блин, хреново выходит. Короче, фигня получится. Ладно. Быстро надо. Рисую. Это вообще уберу, что не мешает. А, нет. Оставлю. Быстро сейчас рисую. У меня нету темного цвета. Поэтому мне придется заменять. Чем-нибудь, но заменять. Нужно зеленый, нужно, короче, какой-нибудь самый темный найти, я не знаю какой. Нет, этим я буду кое-что другое пририсовывать. Стоунхенджа пририсовать надо. Короче, как смогу прорисую. Вы уж не обессудьте. Ну, вы там отпишитесь просто. Здесь всякие камни. Стоунхендж. Я хочу мельницу нарисовать. Мельницу, понимаешь? Сейчас я должен добавить зеленого в Стоунхендж. Не знаю, снимает она, нет. Сфотать я сегодня не смогу. Выложу видео, когда приду, потому что спать я буду у себя. Стоунхендж, блин. Короче, я хочу нарисовать эту мельницу. Давай, браток, нарисуем мельницу. Где ее нарисовать? Короче, она будет там, вдалеке. Большая мельница. Мельница будет. Короче, поэкспериментирую, сделаю ее, хотя она не должна быть желтой, но я сделаю ее желтой, пофиг. Пусть будет желтая мельница, блин. Разотру.
Короче, пофиг, пускай такая будет мельница. Короче, хрень получается полная. Дичь. Стоунхенджи, блин. Давай, дерево. Давай прорисуем... Ой, нет. Давай прорисуем дерево. Нормально, да? Нифига не нормально. Стойное дерево получилось. Полный отстой. Не знаю даже, что делать. Ай, ё-моё. Полная хрень выходит. Все. Так, теперь дальний план надо прорисовывать. Но я там уже все закрасил. Черт. Фигня выходит. Есть такой коричневый камень там вдалеке. Но мельница его закрывает. Здесь такой камень. И вот здесь идет мощное такое сооружение там. Короче, вот все. Фигня вышла. Тень прорисую просто. Черт возьми, темно. Хрень полная вышла. Стоунхендж какая-то хрень. Здесь должна быть такая специальная гора, мощная. Но у меня нету мелка, чтобы прорисовать. И там деревья они еще растут. Сейчас попробуем. Деревья. Хрен получилось деревья прорисовать. Может, мельницу нарисовать там еще одну. Ну,
Здесь вообще дорога должна быть вот так идти. Где белый мелок, он нужен? Дорога должна вот так идти. Деревья здесь. Здесь уже все, не влезут деревья. Ну, короче, отстой получился, как обычно. Темного нет, нормального мелка. Ну уже. Сейчас помою руки. За окном красивый пейзаж с готики и уродский пейзаж на моей наждачке. Абстрактно получается. Закрываем. Все, день впустую прошел. Я поиграл на гитаре 2 часа вслепую большую часть времени. Поиграл, порисовал немножко с готики, мама будет ругаться, что загрязнил. Ой, не получилось нормально, уже темно. Вот какой пейзаж получился стрёмный. Давайте сейчас свое лицо сниму. Ой, чуть не рука. Так, смотрите. Вот мой стрёмный пейзаж из готики. Снимаю очки, чтобы меня выбили очки, как обычно. Где бы свет встать? Я художник Александр Алёнин. Вот мой последний пейзаж, очень неудачный. Купите, пожалуйста, за 500 рублей. Да, в конверте доставлю, чтобы расплатиться за фотоаппарат. Я понимаю, что он стрёмный. Я дальше буду рисовать, может, лучше получится. Сейчас я могу показать вам остальные свои пейзажи. И уже. Ладно.
Вот еще один позорный пейзаж из котики. Я просто быстро пытался, пока не стемнеет, как можно быстрее нарисовать, уже в темноте рисовал. В общем, это не отмазка. Какая вам разница на моей отмазке? Кто хочет, задонатьте там 40 рублей, кто хочет, купить пейзаж. Пришлю почтой за 500 рублей, потому что мне надо расплачиваться за этот фотик. Да, самый худший пейзаж получился. Ну, потому что я его быстро рисовал. Да и просто, потому что я не умею рисовать. Ну ладно. Сейчас буду прибираться здесь.